На самом деле никаких ошибок, потому что сейчас была двойная атака. Получилось! Я думал, сейчас все, уже сейчас я не смогу, не успею, потому что Фредди залезет. А нет, получилось, то есть. Вижу. Что это? Он сюда вылез! Привет, это я, Кирилл Умник Разумник, и ты в Лиге Умников Разумников, и сегодня мы с тобой вернемся в игру The Joy of Creation Story Mod. Судя по прошлым сериям, игра оказалась действительно очень сложной, и сегодня мы опять попытаемся пройти первый этап, но у меня для тебя есть предложение. Давай устроим стрим по этой игре, а заодно и поиграем в другие игры. И если ты хочешь, чтобы мы с тобой провели этот стрим как можно скорее, то ставь лайк под это видео, и когда их наберется, допустим, 777, я сразу же устрою стрим. По-моему, это классная идея, ведь мы с тобой так давно не стримили. Ну что, я вижу, вроде все поставили лайки, вроде все, кто еще не был подписан, подписались, да? Тогда можно начинать. И вот мы опять в меню этой очень крутой и страшной игры. Ну что, предлагаю сейчас прямо отправиться в спальню и начать проходить. Так, ну что, мы с тобой все эти катсцены уже смотрели. Начальные, да? Да, мы их смотрели. Найкс пропускаем. Давно, кстати, я в нее не играл. Реально, сколько получается, достаточно большой был перерыв между сериями. Так, X продолжаем. Фух, ну что, сейчас с тобой будем вспоминать тактику. Так. Сразу же встаем из кровати. Пропускаем вот этот звоночек, который нам идет по радио няне. Так, и смотрим. Немножко даже снижу чувствительность мыши, а то прям очень сильная она. Так. Ну что, вот лампа, значит, мы ее, наша тактика держать ее как можно дольше включенной. Кстати, у меня наушники неправильно одеты. Сейчас их быстро переодену, надеюсь. Это никаких последствий не будет. Хотя я представляю, сейчас стукбой не пропустил и сразу все. Считай конец игры. Так, ну ладно. Первый. Вот это первый. Ну не мог быть, это уже второй. Так. Ну что, Фредди будет вылезать отсюда, мы будем его закрывать. Чика будет появляться сзади из шкафа. Бонни на каждый третий стук заходить. Так, Фредди, давай. Ну? Чё-то он прям долго стоит в этот раз. Так, закрываем, все. Я помню, в прошлый раз, когда мы дожили с тобой до какого-то вот серьезного такого значения даже, мы с тобой проиграли от того, что просто не дожали Фредди, не дозакрыли, потому что там сразу... Так, второй. Вот, видишь, вначале я наушники без последствий смог переодеть. Так вот, мы проиграли от того, что как раз Фредди успел пролезть к нам из-за того, что не додержал шторку. Так что сейчас... Ух, какая тут атмосфера, конечно, басовая, страшная. Сейчас, в принципе, да, я думаю, мы справимся. Потому что ночь это первая, самая первая всего лишь. Эх, тут... Тихо. Аж с ноги дверь открыл, вообще некультурный какой. Ну... Все. Закрыл. Давай, быстро вылезаем, включаем свет и смотрим по Фредди. Фредди нет, Чика не вылезала. Так, отлично, у нас состояние еще зеленое. И первый час ночи. В принципе, уже не 12, так что есть прогресс. Закрываемся. Фух, а там еще в этой игре нам предстоит еще целых 4, получается, после этого. Так, ага. А, ой, стоп, запутался слегка. Это Фредди такой стон такой издал роботический, когда ушел грустный такой весь от того, что я его не пустил. Ну так вот. Стоп, погоди, звук дождя как-то очень сильно затих. Как будто бы я окно закрыл или что? Так. Ладно, хорошо. Бонни постучался первый раз. Опять. Фух, это достаточно стрёмненько. Так. Пока что нет и не Фокси, и не Чики. И сидим и отражаем этих аниматроников. Чика! Тихо! Второй стук. Я слышал явно заметный скрежет. То, что сейчас скоро будет в ближайшее время появляться Фокси. Так. Фух, ну сейчас внимательно слушаем, потому что третий стук Бонни. Так, Фредди. Ага, он еще далеко. Реально этот скрежет, не знаю почему он. Может быть, он, конечно, не от Фокси. Так, закрываемся от Фредди. И. Давай, давай, Фредди. Все, ушел. Отлично. Ну все, сейчас Чика, считай, пришла, значит, сейчас Бонни ждем. И Фокси. Бонни слушаем, а Фокси смотрим, его крикается здесь. Так. Ну, кто-нибудь? Как это? Тихо.
Крюк. Я вот так сделаю. Я уже подготовлюсь, так сказать, к Фокси. Закрой! Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Я аж прям вообще сейчас не понял, что происходит, но сейчас Бонни, конечно, да? Я, в принципе, и не сомневаюсь в этом, да? А может, лампу включим? Может, в сознание как-то придем? Ой, Фредди, привет! Ой, ну все, это конец. Все, о, Фредди, привет! Тут-то сейчас была на самом деле очень страшная концовочка, потому что открылся не Бонни, когда мы сидели и от Фокси закрывались, открылась Чика, открыла свой шкаф, увидела то, что я лежу, и поэтому решила на меня напасть. Абсолютно неожиданно, страшно прям. Да-да-да, пропускаю. Это было абсолютно сейчас непонятно. И получается, даже если бы не Фредди, даже если бы мы быстрее пришли в себя после атаки Чики, нас бы все равно напал бы на нас Бонни, потому что он успел вылезти, потому что... Или, может быть, и не заметил нас. Короче, непонятно, в любом случае, очень сложно. Так, ну что, давай еще раз попытаемся. Так, это очень мощно. Ну что, какие ошибки мы в этот раз допустили? А на самом деле никаких ошибок, потому что сейчас была двойная атака от Фокси и Чики. Потом обязательно после данных карточек удостоверились, то, что у нас сейчас стоит самая последняя версия этой игры, потому что я помню, разработчик выпускал большое количество патчей, чтобы пофиксить ошибки от постоянных двойных нападений аниматроников, которые случались, и которые вообще делали прохождение игры невозможным. На первом этапе. Это всего лишь первая ночь, а уже третью серию пытаемся ее пройти. Так, все, Фредди ушел. В принципе, сидим, пока все нормально. А Чики просто выключаем свет. Ну, тогда получилось, да, очень не... А, кстати, не 12, а 00 тут на этих часах. Да, шторки случайно закрыл. Вот интересно, получится вот так сделать? Эх, нет, пытался... Я пытался за джиттер кликать, то есть очень-очень быстро нажимать, чтобы как-то... Так, первый. Чтобы как-то очень быстро пытаться открывать-закрывать все шторы. А, да, и с лампой то же самое. Она, я вот с такой скорости кликаю, она вот с такой включается-выключается. Ну, то есть разработчик, чтобы оставить геймплей таким плавным и более реалистичным, чтобы нельзя было его нарушить простым движением мыши, ну, точнее, разрушить атмосферу, добавил возможность вот такого вот замедления действий. То есть, допустим, тут нельзя вот раскрутить... Хотя можно, в принципе, раскрутить камеру. Ну ладно. Ну, короче, вот и не позволяет быстро что-то делать, быстро вставать, приседать. То есть я кликаю на пробел с огромной скоростью, а он сейчас делает это с реалистичной скоростью. Так что, ну, в принципе, разработчик очень сильный молодец. Я думаю, это делала целая большая команда. Так. Ну и... А, все, отлично, ушел наконец-то Фредди. Первый только стук был. Кстати, забыл совсем про это сказать. Скоро выходит 9-й FNAF. Security Breach, или как там он назывался? То ли... Так, это второй. Что-то типа того, он как-то так называется. Ну так вот, знаешь, в чем проблема? Он будет эксклюзивом на PlayStation 4 и 5. Не знаю, что я буду делать, но постараюсь его поснимать. Может быть, эмулятор скачаю, потому что у меня консоли сейчас нет. Может, эмулятор, может, что еще придумаю, но постараюсь снять. Потому что очень-очень интересно в него поиграть туда. И там... Тихо. Скрежет опять слышу. Чика, не надо, это, уберись. Пожалуйста. Ну я сижу. Всё. Очень уж она страшная. Так, сейчас будет третий Бонни. Фредди мы недавно отражали, в принципе. Так вот, реально, очень хочу поиграть в девятую часть, потому что туда и всякие там постобработки, и всякую трассировку лучей завезли. Короче, я не понял. Ну и что не так? Что не так? Реально, сейчас ждем. Тихо. Бонни закроется. О, получилось. Я думал, сейчас все, уже сейчас я не смогу, не успею, потому что Фредди залезет. А нет, получилось. То есть все же похоже. Кто? Чика. Чика, ну что ты так часто приходишь, а? Так. Пожалуйста, не надо. Вот у меня вообще очень противный скривер такой. Очень-очень громкий, кстати, я заметил. Так, ну что, 0-2 ночи пока что. И, кстати, в принципе, да, мы приближаемся к результату прошлой катки, прошлой попытки. И нормально все пока что сейчас получается. Первый стук Бонни будет еще. Реально, очень хочу поиграть. Намек понят.
первый стук. Я сплю. Ну сейчас, погоди, я дождусь. Все, сплю. Ух. Все. Отлично. Все, включили свет, все. Отлично. Поспали, так сказать, на глазах у Фокси. И все отлично. Реально, очень хочу попробовать поиграть в эту часть, потому что там и геймплей, и сюжет опять же будет продвинут. Дальше новые персонажи. Тихо. Новые персонажи и все такое. Я прям резко замолкаю, вот что-то пытаюсь донести, какую-то мысль, информацию. Тихо. Резко замолкаю и все. И не продолжаю, потому что уж очень-очень... Так. Кстати, интересно, что тень Фредди не отражается во время молнии. Он ушел. Так. Резко замолкаю и перестаю мысль свою продолжать. Но вот как сейчас! Реально, эта игра, она вот прям подталкивает к молчанию, к внимательному слушанию звуков. И вот это реально страшно. И очень сильно мешает потоку мыслей, поэтому, может быть, даже серии по таким играм не столь динамичные получаются. Так. Ждем, пока Бонни уйдет. Слушаем звуки. Чика пока не вылезает. Ну, все отлично, и Фокси недавно отражали. Отлично! 3 часа ночи, мы пока живем, все как надо. Так, Фредди здесь. Отражаем его, думаю, следующий Чика придет, так что слушаем звук шкафчика. Да. И прямо ровно. Так, вот я вижу свет на полу, не более. Что-то не понимаю. Где Чика? Вот. Не понимаю, почему именно. Может, потому что наше состояние ухудшается, оно уже не зеленое. А салатовая ближе к желтому. Так, сейчас первый стук был. Наушники постоянно поправляешь, вылетают. Сейчас первый был стук Бонни. Крюка пока нет, Фредди пока нет. Только что Чику отразили. Так вот, то ли из-за состояния, то ли из-за чего. Но сейчас не было даже само лицо Чики. Видно, а только освещение на полу. Вот это очень неприятный такой бонус, так сказать, к нашему выживанию. 3 часа ночи. Мы пока держимся, все хорошо. Я думаю, скоро будет уже 4. Намек понят. С Фокси только так надо общаться. Чика, нет! Нет, ребята. Все, я ничего с этим не смогу поделать. Так, сейчас Чика, я так понимаю, да? Что? Она ушла? Встань. Я не вижу. Что это? Он сюда вылез! Он и в эту сторону мог вылезти. А, я помню в прошлой серии, когда мы дожили то ли до 4, то ли до какого-то еще времени, он вылез сзади, появился. А сейчас он появился спереди, потому что я отвернулся на Чику. Да, это было глупо, скорее всего она ушла, хотя я слышал звук дверки. То есть, либо она после этого его закрыла, либо это Бонни пришел. То есть, сейчас либо была двойная атака, либо что. Ух, ну это очень-очень сложная игра. Да, ребята, похоже, без стрима нам не обойтись, ведь игра очень-очень сложная, и мы за 3 серии не смогли пройти даже первую ночь. Так что скорее ставьте лайки и приходите почаще, чтобы не пропустить стрим и другие интересные видео. С тобой был я, Кирилл, умник-разумник, Фредди, Бонни, Чика и Фокси. Пока!